первой же атаки Есикин заряжает трешечку. Гостев отвечает, и Гостев попадает. Первый трехочка. Но Куколев отбился. Гостев заряжает вторую трёху и попадает. И попадает две трёхи. Ничего не предвещало беды для Дермонта. Но в итоге Алабама спокойно. Плюс 7, а это Куколев забирает мяч и... И так, и забивает Есикина. Да, ой, какой пас от Есикина! Вау! За шиворот Гостеву проходит. А вот перехват от пятого номера. Оу, какой блокшот от Куколева! Ну, конечно, с его параметрами. Матч. Опять Дутов с мячом. Входит в зону. Оу! Какой мяч забивает Сдутов. Ну, то есть так... Тоже у Алабамы. Ну, нет, у Алабамы такой неплохой состав. Но вот кого-то, мне кажется, я... Вижу, что это Леша Шляпин пока что сидит на скамеечке. Ждет, отдыхает, когда сможет выйти. Летит сегодня у Хаски. Началось движение мяча, но... И Куколев забивает сейчас мячом, не хорошо двигает мяч. Гостев, ой, выбивает у него. Нужно давать передачу. И через Сдута забивает пятый номер. Если взглянуть на статистику и взглянуть на количество потерь его, которые он совершает, то он идет реализовывает два штрафных броска. Забивает первый. Забивает первый, забивает второй. Разгоняет восьмой номер атаку своей команды. Пасть на Гостева. Гостев 3. Забивает уже третий трехочковый Гостев. Один на один. Куколев. Ну, вообще, можно было бы дать и фол. Так, 32-му номеру Филькову Руслану. Отвечает. Два из двух реализует, отдает хэндофф Цыпленкову. Ого, ждут, перехватывают у Цыпленкова и забивает легкие два. Отдает он Гостеву, Гостев с мясом туда затаскивает, заваливает этот лимит и потери от Алабамы. Хаски легкие два забивают, пока что Юконта как раз таки ведет 4-0. Иван Есикин пошел в проход. И да, нашел. And one забивает Иван. И ни фола не было. Седьмой номер с мячом. Гостев заряжает 3. Попадает Гостев. Для него это уже 18 очко в этой игре. Каролина была в полном составе. Были все лидеры. Шумилов там полностью. Юкон играли в прошлом туре с ослабленными... Стоктоном. Стоктон был без лидеров. Не было ни Пересыпкина, ни против Джорджии. Вот. И поэтому, на мой взгляд, статистически Гостева... То есть, в принципе, они Стоктон бы выиграл бы, даже если бы Гостев не играл. А вот... Цыпленкова заиграл опять Цыпленкова. Есикин. 3. Попадает Есикин! Гостеву! Ставит Шепелев Кирилл. И вторая треха залетает за Алабамой. Неужели сейчас случится Алабама? Есикин заигрывает своих игроков. 8 очков подряд забивает Алабама. Сдутов несется. Забивает 2. Сложные 2 очка в проходе. Забивает Сдутов. Сдутов из-под кольца. Подрежный мусор, Пленков с мячом. Опять передача на Есикина. Есикин, но нужно входить туда. Ой, хорошая передача на 12 номера. Размотали защиту. Сдутов на Куколе. У Куколев 3. Мимо. Гостев подбирает. Спокойно 2 очка с полом. Номер. Теряет мяч под своим кольцом Сдутов. И Есикин спокойно забивает 2. Остается 5 секунд этой игры. Пока Гостев разговаривал с судьями, Юкон уже забили.
уже раза два-три точно промазал. А, пас на Куколева. Оу, Куколев вылавливает очень тяжелый мяч. Скидка на Шляпина. Шляпин 3! 3 очка забивает. Минус 24 для Алабамы пока что. Шишкин на Гостева. Гостев входит, но там его уже не остановить. Да, да, да. Если вы не остановили раньше, там неплохая передача была от игроков. От игроков Алабамы. И Захаров не долетает он до кольца. Сдутов на подборе. Промазал. Шишкин подбирает. И добавляет. Ну, не сегодня. Иногда там Иван Еськин может играть как разыгрывающий. И ламливает Еськин. 3. Олег Шляпин делает хороший перехват. И бежит рискать и номер забивать. Хотел поставить ему блокшот Куколев, но не из-за боковой. Сдутов получает мяч. Входит в краску. Обыгрывает своего игрока и забивает легкие 2. Ну, так, если уже понятно, чем закончится эта игра, победой. То, на мой взгляд, Воронцевич для Стоктона это как Лионель Месси. Без него команда там просто не играет. Ну, и если Пересыпкин там, то это вообще отделяется от... Уделяется от других команд перед этой игрой. Да, сейчас они поднимутся по разнице. Ну, как факт, не забивает и со своего промах уже подбирает и добавляет. 70 очков пробили. Дают на Гостева, тот на Шишкина, и Шишкин забивает. Кольца давайте пройдемся по... Оказывается... и Куколев забивает со средней, 21-е очко это для него. Играть Сдутова. Сдутов пытался там что-то выбить, в итоге потерял. Фалил, на мой взгляд, Цыпленков на Сдутове, но не фиксирует по судьи, забивает 10-е очко для себя. Серия, скидка на 12-го. Второй перехват от Сдутова. Неплохой. Куколев разгоняет. Передача на Шишкина. Шишкин забивает. Но был близко 12 номер на Гостева. Гостев вылавливает в быстром прорыве. Скажем, настроены на игру. Но это уже 88 очко для Ю. Больше половины. А вот перехват от... я даже не знаю, кто перехватил, Сдутов или 7-й. Кстати, Сдутов сегодня хорошо работает на перехвате. 91 очко у Юкона. Отвечает им Алабама. Ну все, пошла игра. Он уже без... Я считался у 12 номера. Передача на 35-го. 35-й. Забивает легкий. Скидка на Гостева. Гостев 3. Попадает он. Куколев недоволен. Хотел, чтобы скинули на него. Подобрал он в нападении. Лезет они под щит. Ой, неплохие 2 очка в проходе. Ой, Куколев перехватывает. Сейчас будет бить сверху Куколев. Вау. Потому что там была правда напряженная игра. Ой, хочет что-то красивое сделать Куколев. В итоге сделал и красиво, и забил 2. Скидывает на Гостева. Гостев 3. Мимо. Сам бросил, сам подобрал, сам добавил. Да и Гостеву 15. Офигеть, сколько. Офигеть. 67 подборов. 50 у Сдутова. 18 у Шикиуса. Ой, если не буду, у Хаски со Стоктоном. Потому что я помню, что Стоктон точно проиграли Сиракьюзу. Называли, думаю, они проиграли. Оу, вау, Лёша Шляпин мажет, ни одной трёхи не попал, а на подборе доработал 8 номер, мажет, ну все, Хаски, ну куда вы несетесь? Вот я не понимаю вот этого, когда вы выигрываете плюс,
Почему нельзя выполнить вот это негласное... Вау, Лёша Шляпин. Вот это негласное правило без...